не важно было, кому. Важна была только сумма. И сколько заплатят ему за жизнь Рави Иисуса. Ту жизнь не смог проглотить, той жизнью он подавился, устав в себе зло носить, предательством разразился. Он делал вид, что любил, был призван в царство иное, он другом Господу был, обкрадывая за спиною. Все больше не понимал и ненавидел все больше, удобный случай искал, чтоб друга сдать подороже. Не важно было за что, когда, лишь времени дело, а друг все знал про него и что в его сердце созрело. Вот лег поцелуй на чело, как больно от этой печати, и тот, кто был другом его, навеки и веки предатель.